Ну а перед началом этого ролика рекомендую посетить канал Scanners Games, там вы найдете множество трейлеров к видеоиграм с русской озвучкой, а также игровые новости, превью различных игр, красивейшие синематик-трейлеры. Не скучно об играх, заходи, смотри, подписывайся, ссылка на канал можно найти в описании. А покуда я катаю этого самого Ифрита на лодке, давайте напомню, что у нас сегодня как очередная серия очередного снапшота на версию Майнкрафта 1.9. Это нечто совершенно удивительное. Сегодня речь пройдет про новые лодки, и это просто офигенно. Поэтому не забываем задуматься на секундочку и поставить большой пальчик вверх. Давайте в этот раз по приколу соберем всего лишь навсего 1000 лайков. Мы это уже делали много раз, так что осилите. Давай. Давай. Блин, к сожалению, катать их пока что полноценно нельзя. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, начнем мы с багафиксов и очень забавных и прикольных. Есть очень прикольный фокус. Стоите, значит, поршень, не сверху на него блок слизи, сверху лодку. И запускаете в небо. И эта штука раньше могла улететь в небо на многие сотни блоков вверх. Теперь эта лодка подпрыгивает очень неплохо. Более того, можно придумать очень прикольное развлечение. Сесть самому и прыгать вот так вот. Свое удовольствие. Обалденно. Хотя можно, конечно, просто прыгать на блоки слизи, но можно это делать еще и непосредственно в лодке. Окей, дальше. Самое интересное, здесь появился новый звук, открывающийся сундука. Чтобы было все лучше слышно, давайте мы включим звук вот так вот. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть звук такой более реалистичный. Вот так вот. Тоже доработали визуальную часть наших лодок. Выглядят они теперь вот так. Теперь, как видите, сквозь непосредственно лодку мои ноги не проглядывают. Более теперь вода теперь в лодках не плескается просто так. Что очень важно. И это не просто визуальная составляющая, ребят. Теперь можно в гуляющему, теперь в лодках нет воды. И теперь на них можно катать и фритов, там всяких эндерменов, которые, как вы знаете, воды боятся как черт ладана. Теперь они могут безопасно путешествовать. Для того, чтобы, кстати, кого-нибудь запихнуть в лодку, делайте самый лучший способ такой. Берем, например, на примере корову. Сделаем. Ставите корову. Нет, корову я сказал. Поближе к лодке. И потом лодку таскаете, просто толкаете в нужную сторону. Все, животное попало. Таким же образом можно туда посадить любых животных. Если изловчиться, можно очень точным движением руки посадить животное непосредственно в лодку. Очень точным, на самом деле, но у меня пока что не получается. Более того, лодки теперь окончательно, бесповоротно, по-другому управляются. Раньше, для того, чтобы она плыла вверх, вам нужно было зажать кнопочку А и Д, то есть, чтобы вы одно и лево, и право. Теперь работает система по-другому. Вам, чтобы плыть вперед, нужно нажать кнопку вперед. Вот так вот. Все. Что намного удобнее. Блин, насколько же удобнее стал процесс плавания. По-моему, даже лодки стали еще быстрее, чем прежде. Ну-ка, давайте на F5 посмотрим. Нет, да не так. Во-во-во-во. Классно. Эй! Давайте. Да блин, нужно нужно переучиваться заново к новой системе плавания лодок. Но пофиг. Главное, что теперь они, эта лодка не ломается ни при каких обстоятельствах и ни обо что. И, как видите, они прекрасно ломают лилии. Так, давайте вернемся к F5, к виду из первого лица. Теперь самое интересное, можно катать животных даже совсем маленьких. Например, вот таких, как его, эндермитов. Где у нас? А где у нас эндермиты? А почему они второй у меня руки оказались? Ладно. Сейчас попробуем. Эндермит. Как это выглядит? Эндермиты в лодке. Это прикольно. Я думаю, что это прикольно. Нет, они в лодку садиться не хочет это животное. Более того, что интересно, теперь вы по-новому выходите из лодки. Теперь вы будете, как сказать, ваш персонаж будет стараться становиться на суше и в ту сторону, куда вы смотрите. Вот я смотрю туда, спешиваюсь с лодки, как видите, я окажусь на этом блоке. Если я буду смотреть вот на этот блок, то, по идее, да, я в другом месте высадился. Очень удобно, на самом деле. Так, давайте еще попробуем. Эндермиты, давайте, идите сюда, идите к папочке. Давайте, 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 секунду. Один прикол в том, что мы можем кататься на лодке вместе с мобами. Ну, таким образом можно перевозить коров. Короче, то есть запихнули корову в лодку, и приспокойники сели вместе с ней и поплыли. А за спиной у вас корова, например. Очень удобно.
Прикольно. Это просмотр за подписку и лайки. С вами снова был Герон. И у нас сегодня была 28-я серия обзоров новых снапшотов. Если вы не хотите пропустить новые снапшоты, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого раньше. А также не забывайте взглянуть в описании под видео, там масса интересных ссылок. И не забывайте, что у нас еще есть сборки модов каждую неделю. У нас еще выживание под водой и масса другого всякого интересного. Всем удачи, всем пока. И фурам вам бабло.